Добрый день, компания Boston Technic. Меня зовут Ильдар. Сегодня у нас на обзоре трактор МТЗ-82. Состояние мощности 82 лошадиные силы. Год выпуска 2007. Наработка данного трактора 8751 моточас. ПТС оригинал, тяговый класс 1.4. Данный трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесным и полунавесным оборудованием. Отличительной особенностью данного трактора является наличие переднего ведущего моста портального типа с коническими редукторами. Тормоза здесь сухие, механические, раздельные. Имеется возможность раздельного торможения задних колес, что увеличивает маневренность в стесненных условиях. Гидросистема здесь гидробак, НШ-32, гидрораспределитель и гидрошланги. Вал отбора мощности здесь двухскоростной, 540 и 1000 оборотов в минуту. Кроме того, вот отбор мощности мы видим. Кроме того, на задней навеске установлен треугольник, так называемый, для быстросъема. Данный трактор можно увидеть на сельскохозяйственных работах, а также коммунальных, промышленных и строительстве. На данном тракторе навешено ПКУ, которое используется в разных отраслях. Погрузчик-копнитель универсальный. Двигатель и техническое состояние трактора хорошие. Сейчас мы попросим тракториста завести трактор и показать, как он работает в деле. Завелся он тут же, как говорится, без проблем. Вот гидравлика, поднимаем такую. Сейчас, взад вперед. Ага. Задняя скорость продемонстрирует сейчас нам собственник. Вот такой обзор предлагаем ваше внимание. Напоминаю, компания Boston Technic. Звоните, ответим на все интересующие вас вопросы. Спасибо.